сегодня хочу показать вам, как сделать заказ на сайте Duolife. Заходим на официальный сайт duolife.eu и переходим в личный кабинет. Да, для этого нужно щелкнуть залогиниться. Да, здесь вы должны ввести свой email и свой пароль или же свой ID. Здесь вы можете выбрать русский язык и переходим в магазин. В магазине все устроено очень понятно. Здесь слева вы можете видеть продукты, также здесь они продублированы. Меня интересуют продукты Duolife. Здесь, если пролистать вниз, можно выбрать на одной странице, чтобы они все были, так удобнее. И для начала добавим хлорофилл. Здесь появляется, что корзина обновлена. Затем меня интересуют продукты в капсулированной форме. Боррелист Про мне нужно 2 в корзину. Также мне нужен Про Кардиол в корзину. Также мне нужен Про Шуга. И таким образом мы набираем в корзину те товары, которые мы выбрали для заказа. Также здесь мы можем выбрать другие продукты, допустим, бытовую химию из серии Purif. Да, здесь вы можете добавить. Также здесь, где статьи по маркетингу, вы можете выбрать и другие продукты. Это могут быть значки, различные журналы. Меня интересует каталог продуктов на русском языке. 10 каталогов добавляем в корзину. Здесь вы можете посмотреть, есть даже витрины Duolife, разные баннеры, роллапы, портфель, папка, термокружка, зонтик, есть шейкер, есть различные аксессуары, которые подчеркнут ваш деловой стиль. Футляр для визиток, белый, черный, ручка, сумка, ну очень много таких интересных аксессуаров. Я думаю, что со временем этим всем мы обзаведемся. Итак, вы набросали продукты в корзину, и здесь мы можем увидеть перечень всех товаров. В любой момент мы можем что-то убрать, что-то добавить. Внизу мы видим 500 пунктов, это как раз то, что нам нужно, и всего 801 злотых. Да, у нас здесь есть скидка 560 злотых. То есть она высчитается. Здесь, если вы захотите что-то поменять, допустим, вы добавите какой-то продукт, не забудьте нажать «Пересчитать». Итак, выбираем «Заказываю». Во втором шаге здесь вы должны подтвердить все введенные данные. Здесь по умолчанию стоит тот адрес, который вы указывали при регистрации. Кредитная карта с экспресс перечислением на сегодня. Я сейчас буду оплачивать предоплата «Курьер». Нажимаем «Далее». Итак, далее у нас еще раз уже подведено, сколько мне нужно оплатить. Здесь добавилась доставка в Украину 55 злотых. Начиная от 400 пунктов, вы получаете в подарок один продукт стоимостью порядка 500 гривен. Поэтому в любом случае доставка стоит где-то 350 гривен, а продукт вам компенсирует доставку, то есть вы остаетесь даже в плюсе. В моем случае здесь было 560 злотых, поэтому я заплачу всего лишь 295 злотых. Покупаю. И меня перекидывает на платежную систему. Здесь нужно ввести номер карты. Здесь она у меня есть. Нужно ввести дату, до когда действительно карта. И код CVV на обратной стороне карты. Когда вы нажмете «Заплатить», вам придет SMS на телефон. И эту SMS вы должны будете ввести в поле платежной системы. Итак, ввели SMS, выбираем «Подтвердить». Все, я вас поздравляю, вы сделали проплату, и ваш заказ будет обработан и выслан компанией на ваш адрес доставки. Всем хорошего дня, с вами был Сергей Мартынец. Не забывайте делать свои заказы вовремя.